всегда у нас на контроле, как я говорил. Я думаю, что всем известно, что договор субаренды, который был теплосетей, да, нашего города, который был заключен ООО «Вертикаль» с ТСК, в настоящее время он расторгнут. В настоящее время действует договор прямой аренды теплосетей между администрацией Серовского городского округа и ООО «Вертикаль». И с начала декабря вопросы по предоставлению организации теплоснабжения у нас в городе, это лежит на ООО «Вертикаль». И в связи с чем возникла такая проблема по заключению так называемого трехстороннего договора между Севергазом, Газэксом и ООО «Вертикаль». Ранее данный договор был заключен с ТСК, но поскольку с начала 2014 года ТСК находится в банкротстве, что в принципе и послужило основной причиной расторжения данного договора субаренды, это и на основании наших неоднократных писем и в администрацию, и принимаемых мер реагирования, все-таки банкрот не может осуществлять, наверное, в полном объеме деятельности без рисков по теплоснабжению города, в связи с чем данный договор был только с ООО «Вертикалью», был, как и есть, действует в настоящее время. В связи с чем возникли вопросы по заключению уже с ООО вот этого трехстороннего договора. Нами неоднократно проводили совещания с участием и сторон, и главы администрации Брейна Евгения Юрьевича. В настоящий момент данный вопрос находится в завершающей стадии своего разрешения. Остаются буквально технические моменты и по конкретным там котельным, но в настоящий момент данные вопрос уже практически решены, и данный трехсторонний договор будет заключен на днях, буквально, может, так, буквально согласно последней полученной нами информации, на днях данное соглашение будет трехсторонне заключено. Процедуры согласования определенные, они уже прошли. А проблемы в чем были? Проблемы были именно технического характера, без юридических